Удар с лету по мячу. Волейбол – олимпийский вид спорта. На площадке команда тренера Елена Романенко. Давай, давай, Николь, бегать-то начинаем уже. Елена почти 30 лет тренирует волейболистов. В ее копилке личных тренерских достижений есть и мастера спорта международного класса, и сотни побед ее девчонок. Нет пока олимпийского чемпиона, но над этим Елена продолжает работать вместе с учениками, демонстрирующими высокий потенциал. Если один человек из шести на площадке не играет, то результата не будет никогда. То есть она достаточно такая сложная. И сами понимаете, когда вот, допустим, в команде обычно 12 человек, да, и вот девочки, да, и вот надо найти между собой им всем такой общий язык, да, чтобы вот мы выходили, были дружны не только на площадке, но еще и за площадкой. У тренера полсотни спортсменов. Возраст от 7 и старше. Тренировки до 6 раз в неделю. Отбоя от желающих попасть в команду Воденцова нет. Волейбол в округе любят и есть своя команда. У нас, к сожалению, такое сложное время, да, где у нас спорт уходит на какие-то последние позиции. Да, на первых позициях у нас стоят репетиторы, английский и так далее. Вот, поэтому я хочу посоветовать всем родителям, что да, у нас есть, вот, у нас профессиональная спортивная школа, да, где мы 5-6 раз тренируемся, но это не значит, что дети у нас не учатся. Они у нас все учатся, отличники, прекрасно поступают в вузы. Залог успешной тренировки – быть собранным, как на соревнованиях. И кричалки о победе и запугивание соперников перед подачей – обязательные атрибуты. Первый номер – Елизавета Барабаш, капитан команды, 5 лет в спорте. Любовь к волейболу привил брат. С ним и по соревнованиям ездила, и мечтала, когда сама встанет перед сеткой. Волейбол – это спорт, ну, где надо бороться. Нужен характер обязательно. Вот. И... самый лучший вид спорта. В детской лиге первенства Московской области спортсменки выиграли все игры со счетом 3-0. Но расслабляться некогда. Теперь команда готовится к серьезным соревнованиям первенства России. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».